with me? Yeah. Yeah, I'm good. Okay. Осуждаю, что тут нет варианта с групповым сексом. Anyway. А получается, что когда она беременна, то это сразу тройничок. Ведь так? О, можно зарисовочку сделать. Для красивой. Горы Кавказа. Okay. What's going on? Nothing. Why? Кажется, Дина меня избегает. Кэт говорит, что она попросту ему это завидует. Я пытался позвать Дину с нами, но она все время говорит, что занята. Она пишет стихи. Песни. Ну, стихи, то есть, ёпарс, это песни, это будет тогда, когда я музыку услышу. Песни. Скажет тоже. Got stragglers. How many? Just a handful. Я не вижу. Щи. That aim. You want to give it a whirl? Давай. Дай, давай. Are you sure? Well, I'm feeling generous. Это слон. Гимми, гимми. А где? Дай. Так, что вы советуете в обличке? Вы нажмите X при прицеливании. Try hitting it. Good way to draw them out of wherever they're hiding. Скажи, он сказал, ну, по знаку выстрелить? Shit. Make sure to compensate for the bullet drop. Под 10 градусов пули постепенно уходят вниз. Да вы... Подожди, это не сайн, это деревяха какая. А, все, я понял. О, все. There you go. Все нормально. Sounds attracting them. Well, we are on patrol. На тебе. На тебе. There you go. Так. Ой. Что так? Нет, не. Все нормально. Так, давай вот так вот. Да как это происходит? Сука, иди сюда. That's all of them. Да есть. Где-то примерно на $1005 постреляли. Ой, хорошо, что деньги в этом мире не лежают, да, братан? Where are they coming from? Hordes like to move through this area in winter. They always end up leaving behind a few stragglers. They do the same routes every year? Like a migration or something. What's that about? Well, when the barometric pressure reaches a certain temperature, shit, I don't fucking know. Check out the shed. It looks like they're moving downhill. Why? Где? Где? Не вижу. Dead animal. Look up by the truck there. Munching on that deer there. Второй пошел. Третий пошел. Gotcha. I like this thing. Spotting two still. Где? Пальцем покажи. На моем экране, чтобы я видел. Так, это кто-то? Ты кто-то? Нет, это не кто-то. You'll find it. Я... Как тут можно что-то увидеть? О. А, вон, дети едят осла. Тут побежал. Чищ! Я так как... But there's some this way. Блин. Миссии, где у тебя бесконечные патроны, лучше. Something by the ski lifts? Look way out there. Under those gondolas. By that tower. You see it? Угу.
Так. Ой, какая... Как тут высоко. Так, ну... Так, первый пошел. Второй, кажется, нет, второй. Второй доджнул. Я не доджнул. А? На тебе в жопу. What you think? Вау, он доджнул. Took me a while to get the hang of it. You're really getting it. Yes. Так, давай как-нибудь вот так вот. Слышь, доджер. А, у меня же еще вот это как. О, встал. Хорошо. Well done. Все? I'm not seeing anymore. О, кайфуха. Yeah, me neither. All right. Let's head in. See if Joel's back. Sure. Пойдем, пойдем. Блин, на самом деле прикольная штука, мне очень нравится вот этот гироскоп, это прям вообще что-то новенькое, надо как-то хочется еще на самом деле им покрутить, типа он как-то, я вроде как вообще идеально ровно держу, он еще вот так, он не только от положения вверх-вниз, он типа вот так вот, а если я ее выше поведу? Будет от этого места. Блин, слушайте, он больше вот на самом деле налево-направо. Налево-направо, вверх-вниз. Надо не сколько поднимать его, надо сколько вот так вот, типа, чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук. Вот это делать. И вообще вполне неплохо. Блин, прикольная штука. Надо пользоваться этим. Я думаю, что на PS5 контроллер же еще, наверное, совершеннее, чем на PS4. Хотя на PS4 он уже офигевший. Классный. And we're over. Hey, thanks for that. It's just what I needed. Sure. Ladies first. I'm not supposed to say. Я замер для себя гироскоп. Чувак, я в Titanfall с системой фликстик развалил людей на клавиатуре мышки. Они удивили, что я так разворачиваюсь быстро. But if you don't talk to him, he's gonna think something's wrong. Легендарный гладиатор с черного шрама, рассказывай. Чел из клава и мушкой пососали в шутан. Okay. С гироскопом просто. Ну точно. Рассказывай. Oh, just some stragglers. Ellie got to try out my scope. How'd you like it? Yeah, feels good. Oh. I see you haven't gotten around to changing the string yet. Mm-hmm. I didn't know I was supposed to. Yeah, you'll we'll get you some new ones. Yeah. There's that music store down there. I bet they got guitar stuff. I mean, that area's long overdue for a sweep anyway. I can keep watch. Mm-hmm. What do you say, kiddo? Sure. And that's our cue. Are you sure you don't want to come? Get on now. He's waiting. Ну, Паш, что это у нас такое? Меню. Why do you guys always volunteer for this patrol? It's got the most comfortable couch in all the lookouts. I sat by the fire, put my feet up. Ты же научился играть на гитаре в фирме Розелина, раз уж приходится заслужить, надо и сам брать Джоэл. Если кому интересно, с моим братом по-прежнему все в порядке. Пару бегунов. Hey, what's this savage Starlight doing here? Pretty sure that's Joel's. Акреция. Savage Starlight.
Даже комикс не нарисовали мне. Ну, что за дело? Bullshit game. Я нашел комикс в игре и не могу его почитать. Bullshit. Я думаю, кстати, здесь уже больше ничего интересного не будет. Хотя, наверное, карточку, как обычно, найду. О, на секундочку. На секундочку, бутылка. I'm just making sure I have everything. Ага. Вообще-то я здесь лутаю. А ты идешь нахер. Спиртик. Тряпочка, походу. Фу, тряпочка. Let's fucking go. Yeah, it sounds beautiful. Токсы. Так, хорошо, поехали. Блин, прикольно, они просто разделили игру на несколько этапов и вывели в разных местах разные. Эй, Крип. Да иду, иду. Душ несколько. Let's go. Alright. On me, kiddo. So, you and Tommy cross anything when you was out? Just the few we saw from the ridge. You? You know, found two runners in a house. Jesse tells me you're handling your own quite well on the group patrol. Еще лучше всегда в одиночку ничего не делать. Paired patrol. Though I think you're still a bit young for it. I'm a better shot than almost all of them. And I have more experience than most of the new recruits who... Look, you think you're ready. I trust you. Okay. Thanks. You just do me a favor and start with the shorter routes for now. You know, see how you handle them. All right. Типа по возрасту я не пускаю. Savage Starlight comic books that you're into? Yeah. Tommy and I found some when we were moving through that school the other day. Did you like them? Well, you know, it's not really my cup of tea, but... Dr. Daniela Starr, I mean, she's pretty... She's a savage. Well, what she does to Captain Ryan in that death match... Whew. Yeah. I mean, he definitely deserved it, but... That was a nice twist, I bet it's good. You're funny. Music store's up that way. I'm gonna have to leave the horses here. Yeah. Okay. Sounds good. Hey, Shimmer. Don't get into trouble. Не безобразничай. Is that music store? Yeah, I see it. Don't get into trouble. Понятно, это они типа... Чтобы она вдруг как в сказке. You need a boost? I got it. Давай. Вот я самостоятельная. А ты мужело. I don't think we can go this way. What? Да, бро. Бра. Бра нам в обход. Damn. Used to be able to swim across there. Okay, so now what? Well, if you're up for it, we can try cutting through that hotel. Ну, что, делать нечего, пошли. Че, сюда буст? Бустанешь, братуха? По-братски, брат, бустанешь? Ну, высоковато, я понимаю, но ты же сильный. Все, нет, не бустанет. Ну и хер с тобой. Пошли в главный проход. Типа просто момент поставить, посмотреть. Дверь закрыта, бротик. Да ты гонишь. Давай. Спина у тебя. У тебя и второй дома запасная есть. Так, первое и самое важное. Всегда прислушивайся. Прислушивайся. Будь слушающим. Слушающим. Умным мальчиком. Слушающие умные мальчики всегда слушают. И зомби не застигают их. Looking. Да?
Зомби меня не застигают врасплох. Что я молодец. Все. Пускай. Well, hello. Howdy. You impressed? Nope. You're just too skinny. You need to eat more. Whoa. Welcome. Базированный какой. Какая базуня. Какая базуня. Вот это мужло типичное. Жрешь много, ему не нравится. Жрешь мало, ему не нравится. Жрешь в самый раз, что ты такая идеальная. Типичный, да? This place is giving me the creeps. Чего там? Что, сам давай, такой умный и сильный. Through, do I have to? It's just us. What if we run into someone? Okay, fine. Угу. Ай, Стронг, добро пожаловать. You gotta be smart about this. You stop wearing that mask, kiddo, and eventually you're gonna slip up in front of someone you shouldn't. I've never slipped. You ain't told nobody, do, have you? Not Jesse or Dina or... Of course not. Okay, good. Джоэл, правда, куда более прозаично. Даже несмотря на то, что ты все время аккуратничаешь. На самом деле, рассчитывает на то, что эта маска... Под эту маску ничего никогда не попадет. Это просто трындец. Реально может сложиться впечатление, что это изи-пизи лимон-сквизи. На самом деле такой герметичности не будет. Нет места. Давай-ка скрафтим тогда. Ага, у меня нету спиртовухи. Прости, прости, тряпка. Ты остаешься здесь. Мне так в детстве старшие сказали, когда не взяли с собой на аттракцион, представляете? Как это дурацкий вид, да, получился? Так, опа. Руби, извини, если наш патруль вчера тебя напугал. Не так уж часто мы видим новых людей. Могу понять, почему так отказалась идти с нами в Джексон. На самом деле там здорово. У нас есть электричество, много пищи. Каждому найдется дело по душе. Могу сказать, что моим пацанам здесь намного лучше. Раньше мы были зациклены на выживании. Мне не нравилось то, во что они превратились. Они стали похожи на тех, от кого мы бежали. А сейчас вот лазают по крышам, заделывают дыры, копают траншеи. Да, это тяжелый труд, но каждый вечер они с восторгом рассказывают, как возрождается город. У них есть общество, они чувствуют себя душными. Ты же бывшая учительница. Только представь, у тебя будет целый класс детей, которые жаждут знаний. Это не выдумки. Может, заглянешь хотя бы ненадолго. Я тебе все покажу, Тара. Да. Так. Роски. Ты где? Я немножко заплутал. Так. Опа. Палка-копалка. Кстати, спирт пришел. Давай-ка. Коктейл. Я немножко заблудился, где Джоэл. Не пропал-то. Тут же был, бра. Так, сейчас. Туда эта тряпка лежала, которая.
Джоэл, брат, я тебя потерял. Нет, я заблудился в трех соснах. Так, ладно, нам сюда. Ползем, ползем. С этим дурацким гироскопом что-то сделать. Так, где? Пытаюсь. Это Джоэл стреляет. Это не я. Давай, Джоэл. Я такой себе игрок. Пипец непривычно. Джилл спасает. Да. Чё у тебя там? Сейчас погоди, Джилл. Каш тоже. Так. Это нормально? Звуки такие, будто Джоэл там умирает уже. Ага.
Хорошо. Joel, I think we did it. I think so. Ага. Блин, сложно, сложно. So, what do you say we give up on those strings for today? Давайте, знаете, что? Побольше сенсу сделаем на гироскоп. Мне прям понравилось им помогать, потому что вот сосочками очень сложно. Так. Вот сложность кто-то хотел. Высокий. Так. Помощь с камерой. Не-не-не. Значит, специальная функция датчика. Чувствительность X. Давайте как-то до 10 поднимем, да? Ага. Ну, кстати, это хоть что-то. Блин, нормально. Джоэл в голову прицелится. Прицелится на экзит. Вау, сложно-то как. У него, типа, интуитивно так. Прицелится в лампу. В красную. Его красота. Прицелится в барана. Его красота. Как же его ведет. Это как какая-то... Да, гироскоп хорош на... Гироскоп хорош на... Прицелиться в барана. Прицелиться в лампу. Другую. Еще ведет. Его ведет еще другого. На самом деле даже в некотором смысле мешает. Ну да, надо использовать комбинацию на самом деле. Да, это больше доцеливание. Да, согласен. Стиком прицелился. Довел чуть-чуть. Да. Ну только как бы понимаешь, я вот, например, не очень понимаю, как. Хотя стик на самом деле. Стик на самом деле тоже не такой уж мусор. Не такой уж мусор. Хотя на самом деле. Хэй его зе. Ладно, сойдет. Да, я дерьмово стреляю. Дали бы мне клавиатуру мышку, было бы другое дело. Но я думаю, что клавиатура мышка вообще как бы был бы трындец здесь. Чем мне толку? Чем мне толку, если все мои оппоненты получают хедшот, лол? Давай. А что ты? А, полупались. It looks like it might be something. Following you. Погоди, попробуй положить джойстик горизонтально и подними один край. Там есть идиотская, когда ты его задираешь вверх, а когда поднимаешь один край, они дублируются. Нет. Не, он у меня поворачивает нормально. Нет. Не, все хорошо, они разные. Все, полезли. Да, забей. Кикшуря. Fuck you. Я вам жопу в ханте бы надрал. Каждому. Вы что, не видели Diamond Pakeka? Херембургер. Так, ладно, его надо поджигать, брат. Так. Блин, вот Джоэл молодец, конечно. Джоэл, я надеюсь, что я был упорный. Подожди, он что-то кинет, что ли, в меня? Валим! Валим, бро. Да это-то что еще? Ты иди нахер! Да, сейчас просто калибровал гироскоп. Не, я первый раз, я вообще не знал, что есть функция прицеливания.
Я, честно говоря, не знал, что в гироскоп есть внутри этого. Так, хорошо. Не надо в меня ничего кидать. О, отлично, это вообще прям идеально. Оу! Оу! О, красиво. Так, это где что? Не-не-не-не-не-не, мне чужого не надо. Мне Патрик и кончается. Сука, как попал так хорошо. И пистолет. Элодин! А, маленький. Ну, сейчас мне что-нибудь. Да сука! Я тоже! О, отлично. Топи! Топилька! Топи! Подожди, а как он пролез, что ли? Нет, не пролез. Мотаемся, 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 бежи. Не оборачивайся, Джо, стреляй, ты чё ждёшь-то? Нет, Эля, блин, Элька. Нет, Джоэл, помоги как-нибудь. Джоэл, он меня возьмет за лицо, и лица не будет. Ох уж. Хорошо. Ох, Джоэл. Красава. Вау, я думал, он мне сейчас пасть порвет. Вот так вот просто. Воу. We fucking did it. Yeah, we sure did. You good? You know, than being really old, ain't nothing. A solid night of sleep won't shake off. I want to get out of here. Так. Никогда еще фраза «я тебе пасть порву» не была так реально аминь вообще. Он реально пытался мне порвать пасть. Причем я искренне верил, что сейчас порвет же, сука. Так, братка. Подсади. Не хочешь, как хочешь. Но нет, за сюда нет. О, что было? What are you doing? What if there's like two bloaters back there? It'll be fine. Да нормально. Бомбанет. Да не должно. Spores are clear. Да ты думаешь. Что ты мне рассказываешь? Ты понимаешь, что у меня маски уже полчаса нет? Jesse and Dean are gonna lose their shit when they hear about this. What's deal with them two anyway? They're dating, right? On and off. Why? I hear the way Jesse talks about you. No, Jesse and I are just friends. No, I've got a pretty keen eye for these sort of things. Братан, so keen with this one. Братан, это молодые люди. Они вообще не разобрались, кто, что и куда.
Отвали. Захотят потрахаться, потрахаются. Факов. Душ несу. Здесь везде тряпки. Везде тряпки, которыми я не могу воспользоваться. Что за несправедливость? Где? Где она? I need more справедливость. Никто не прячет спирт в сортире. Очень жаль. Мне бы не помешал. Бизончик. Вообще, на самом деле, сенса стиков, я вот сейчас вот так вот думаю, я, наверное, действительно сенсу стиков повышу. По умолчанию оружие носится на центр корпуса противника, чтобы прицелиться в голову или ноги, используйте R. О, у меня есть захват цели. А, это типа... Вау. Так, как мне... Вот... Чувствительность обзора. Да. Вот это все, пожалуйста. Давай вот так вот сделаем. И вот эту штуку, чтобы тоже она была примерно в одной. Хотя тут же датчик перемещения на гироскопе, так что все. Так. Масштаб чувствительности при прицеливании. Во. А, масштаб. Окей, ладно, хорошо, пущай будет. Не, помощь при прицеливании, мне кажется, что нет. Игра задизайнена, очевидно, что здесь сложно. Зомби бегут, по бегущим целям со стика тяжело попасть. Это все нормально, это часть геймплея. Здесь не надо сделать помощь в автоприцеливании. Это не то. Я. Окей. Жесткий тип. Как же Джоэл хорош. Как же Джоэл хорош. Hey, Joel. I think it's them. A couple that ran away last year. Плохой геймдизайн, часть геймплея. Ну, сложность инпута. Что значит плохой геймдизайн? У тебя контроллер, ты должен с контроллером. Jackson is a wonderful place, but we got tired of hearing the stories of people suffering everywhere else. Ага. We wanted to save lives. We had good intentions. Пошли нахер. Тупорезы. We've decided we're gonna end our lives instead of turning. Помощнички, сука. Твою мать. Да. Нам жаль, что вы такие лохи. I shot her. I can't take my own life. I'm a fucking coward. Adam. Бедняга. Never immune, right? Найс дропнула или найс дропнула. Well, it's... Let's go get Tommy and we can get these bodies back to Jackson. Yeah. After you took me out of the Firefly hospital. Oh, спрашивает. You said there were dozens of people like me. Где? Где dozens, Joel? Где? Где десятки? Yeah, that's what they told me. I've never met another immune person before. Джоэл, где десятки? Have you? Я сейчас не могу. I could be hiding it. You do. Do you believe that? Is now really the time for this? We traveled.
Она понимает. Across the entire country to bring me to the Fireflies. Начинает понимать. I had so many questions for them. Why did you pull me out of there while I was still unconscious? Because I let them run their tests. And when I saw that they were useless, I got us out of there. How do you know they were useless? Maybe if you just would have given them more time, they could have figured something out. There was no cure. There's nothing that could help these people or anybody else. I know you wish things were different. I wish things were different. But they ain't. Да. Реально. Или просто... Или понимает, но она просто хочет поверить в другое. And we get these kids back to their families. Просто потому, что это безопаснее мысль. Is there something else you'd like to rehash? Good. Come on. Ну да, ну да, ну да, ну да. Да, может, что-то хотела? Уже ничего? Да. Да. Там будет только сотки. Воу-воу-воу, полегче, пожалуйста. Hey, let me do that. He's a good guy. Why didn't you tell him? Wasn't the right time. There you go. What about this? Anything worthwhile? Actually, yeah. Abby? No. This girl, Nora, her unit was assigned to this hospital. They were collecting supplies or something. This hospital? Yeah. Mm-hmm. What, you're gonna go now? Yeah, we have a lead. Like, at least just wait for Jessie to rest up. She could be gone by then. Ellie. We know her location. Maybe Tommy does too. What? Nothing. Good. Can you come help me with the door, please? Так, right. Слюни, наоборот, антибактериальная нет. Five, человеческие? Take me to the hospital. Follow route 5. Track down Nora. Get her to tell me where Abby is. Easy. Так, подожди, а ты чего у нас? Так. Все разносит папа. Так, ну поехали. Так, она хочет медицинский центр. Hospital Access Карантинария. Мне туда. Значит, сначала мне не туда. Да я понимаю, что мне туда. Я просто смотрю в округе, что-то мне душишь, граф. Кто, если не я, будет лутать
ништячки. Углам. Ладно, судя по всему, не я. Валим. Чих — это избавление от заразы. Максимум, когда у тебя кот на коленях в этот момент сидит. Избавление от заразы. Разве так работает? Да, по большому счету, это избавление от мертвых, там, переработанных, т.д. и т.п. Скажем так, если бы у тебя в качестве на респираторное, в качестве иммунного ответа был только чих, дела были бы у тебя достаточно скверно, скажем так. Да и у всех вокруг экста тоже. Бутылочки. Много. Styles. Так, попробуем сюда зайти. О-о. Кстати, ну, хватай, чего ты смотришь. Мне бы уже верстачелло не помешал так-то. 5. За лента. Хорошо. Ребят, давайте начнем с того, что Элли с раной зашитой, хер пойми в каких условиях, хер пойми какая, когда, хер пойми чем, с этой болячкой она просто взяла и пошла куда-то. Это в среднем сам по себе рип. А мы сейчас обсуждаем, что она... Ага. Рано. Сразу два по цене одного. О, записка какая-то. Вудс, вот список дезертиров. Цзи Со Хуан, женщина 162 сантиметра, азиатка. Андре Домингес, 170, латиноамериканец. Крис Марш, 180, белый. Адам Питерс, 167, черный. Среди похищенных им припасов было оружие. Будьте осторожны, хотя их предпочтительно заходить живыми, не рискуют собственной жизнью. Привык признак опасности, разрешено открытый огонь на поражение, если бы они происходили любым. Мы бы что-нибудь придумали, но дезертирство с поражением потерплю. Они должны стать примером для остальных, да будет жизнь долгая, смерть быстрая. Удачи, Айзек. Да будет жизнь долгой, а смерть быстрой. Проверяем, что у нас здесь. Нет места на тряпка. Изготовить аптечку тогда. Кайфатура. Нет места бутылка. Алкота. Алкота, еще четвертинка. Еще четвертинка алкоты. Три четвертинки алкоты. Кайфец. Ох, и не прислушиваюсь же я ни к чему. Зато, кажется, вижу пилюлю. 12 пилюль. Угу. Фонарик включите, пожалуйста. Ярко. Готовить глушитель. У меня, кстати, глушака нету. Сам по себе глушак топ.
Нет места к разговору о глушителе. Изготовить глушитель. Оп. Пу-пу-пуп. Красота. Сейчас вороны полетят. Так, подожди, а глушитель-то ты еще сними, пожалуйста, а то что за фигня снять глушитель. All right. Так, мы почти доперли за медицинского центра, нет, еще далеко. Блин, я ворон слышу, и у меня такое ощущение, что это как в конте будет. Знаете, типа нельзя спулить, иначе меня заметят зомби. Так, сейчас, секундочку, надо. Какая самая лучшая игра про стелс, на твой взгляд? Пока что это. Я, на самом деле, не особо много играл, но кто-то мне понравится. Так. Dishonored, может быть, еще. Я помню, Dishonored играл хороший. Ну, блин, Dishonored прям, наверное, с точки зрения Тиф еще был первый, ранний, хороший. А, вроде вполне неплохо, но вот тут вот прям классно сделали имхо. Имхошечки. О, здесь можно. Прям можно всего найти. Feel her love. Тут прям что-то прям полномасштабное. Тиф. Чуть тебе не нравится Тиф. Да чё, подожди, это уже туда, куда надо? Красиво играет Сашуля. Подожди, если мне это то, куда мне надо, то я сначала здесь. Feel her love. What the fuck? Кажется, это реально то, куда мне надо. Ну ладно, пойду забегу. Чё? Там, конечно, пропущены кое-какие локи, но я думаю, что мы не будем высасывать. Здесь есть вот такая штука. Хорошо. Здесь у нас. Ого. Здесь у нас куча веревки, приделанная к этому ящику. Погоди, папа. Good stuff in there. Good stuff in there. Так, и как мы хотим? Слушай, здесь заперто, но вообще-то... Я думаю, что мы можем пробить стекляху здесь, выкинуть веревку и спуститься по ней снаружи. Правильная логика? I don't know. Милишную хрень мы сломаем рукой. Интересно, так работает? Кажется, нет. Кажется, это неправильная логика. Нет, это бы сработало. Только не у меня. Блин, серьезно? Это так работает? Да, видите, оно, типа, закрывается здесь. Не будет ничего. Ладно. Не это хотел. Так, хорошо, у нас здесь тогда что мы хотим? Веревка.
Веревку отвязать можно как-то? Нет. Тут петелька. Ну, короче, ничего не ясно. Сейчас. Давай вот так вот сделаем. Открываем стекло. Здесь скидываем веревку. И, скорее всего, мы при помощи... Так, а как ты прям... Так, хорошо, давай тогда так. Сейчас попробуем. Да, наверное, просто прыгнем. Давай, 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 давай. Какая-то бурбуга. Нести. И как я это дело... Ну и чё толку? Хорошо, давай, иди сюда. Ты же здесь? Ты здесь. Слушайте, а я тут... О, сойдет. О, бутылочка. Кайфуха. Сойдет. Ну. Давай. Лут. Лут. Need bandages. Нет места. Хорошо, аптечка по приоритету, наверное, пойдет. Угу. Кайфуха. Что это такое? Саймон, надеюсь, ты никогда не прочтешь эту записку. Надеюсь, я смогу ее разорвать и сжечь, когда ты вернешься. Это было, не помню, через сколько времени после твоего ухода. Я вышла посмотреть, не идешь ли ты, и меня заметили эти люди в капюшонах. Они стали кричать, что я грешница, а потом начали стрелять. Я сбежала в дом и заперлась. Сейчас я слышу только дождь, но боюсь, что они еще здесь. Мне надо бежать или остаться? Я совсем растерялась. Прости, что такая слабая. Прости, что отпустила тебя в больницу одного. Прости, что не стала прятаться, как ты просил. Если со мной что-то случится, я хочу, чтобы ты знал, как я тебя люблю. Пожалуйста, возвращайся, мне так страшно. Пейдж. Да, бедняжки. Ну, бутылочка. Так, молния. Кайфуха. Кайфуха, все. Это, оказывается, был просто... Да, конечно. А через эту дырку, вот эту вот дырку в двери, просунуть руку и точно так же открыть эту дверь было невозможно. Конечно, я понимаю. Ведь... Этот пазл был просто максимально нужен нам. И порезался и стек кровью. Угу. Нам нужно было анимацию сделать. Суешь руку такой, режешься. И у тебя свибл рвется напополам. Как бы намекам. Как бы намекая. Так. О! Ничего себе. Коте. Лапки може? Котик. Котик пробежал кабанчиком. Так, это, скорее всего, главный вход. Denied. Denied.
Хорлис. Подожди, это, кстати, denied. Is this Dota reference? Я, кстати, не посмотрел, что в этой тачке. Может быть, у нее что-то хорошее. Проверим. Давайте проверим. Так, опять. Ошибка рыбка была проверять. Я считаю, что во всех играх должно... Для всех таких подобных играх у меня должно быть, как в Dishonored, возможность видеть лут через стены. Специально такая обилка для лут-гоблина. Вроде меня. Ну что может быть лучше, чем собирать девайсы всякие. Кстати, а сколько у меня пилюль? Я вот так сейчас посмотрел. Я уже давным-давно хотел инвестировать в это. В стелс-режимы. Что у меня там по пилюлям? 150 на секундочку, нихера себе. Подожди, стой. Это ровно столько пилюль, сколько мне надо. О май факинг гад. Я, кстати, вот на самом деле вот на это вот. Это я уже сделал. Вообще. Я выпил 150 пилюль, ребят. Вот сейчас у вас же дома явно есть аптечка. Вот пойдите, отсчитайте себе 150. Хотите быстро, скрытно убивать людей? Не делайте этого, пожалуйста. Не хватало еще в тюрьму сесть. Милый, я собрала вещи, но эти люди из Федора уже начали грузить всех в автобусы. А ты куда-то подевался? На всякий случай я спрятала кое-что из своих вещей в сейфе. Может, это и лишнее, но говорит, что Федор конфискует вещи якобы из-за карантина. Все это мне очень не нравится. Код по-прежнему дата нашей свадьбы. Понимаю, это было 30 лет назад, но ты ведь не забыл. Правда, до скорой встречи с любовью, Эллен. Так, Эллен и ее муж. Код... День их свадьбы. Вот календарь. А, читать 30-летие 8-10-13. А, еще, кстати, не забывай, что у них 8-10-13, что у них поменьше. А, не, подожди, октябрь. Написано октябрь. Если октябрь, то хорошо. Так, отлично, три огня. Значит, все-таки я был прав. 10-8-13, ребят. Фишка в том, что у них же даты по-другому строятся. Retarded units country, правильно? Shit. Нет! 30 лет назад, Саш, какой 13 нахер? Какой 13? Так. Сейчас. Повыпендриваться успел? Так, 23 года назад. Так, 30 лет от 13. Угу. 87-й. Почему 87-й? Почему 7 у тебя? Ты наркоман? Саша, прекрати, пожалуйста. Люди смотрят. 83. 83. Люди... Без комментариев. Без комментариев. Ничего не говорите. Просто сидим, смотрим, получаем качественный контент. Математик из тебя не очень. А, вот за это, за то, что у меня не очень математик, я не могу даже сосчитать, сколько раз твою мамку в кино водил. Попався. А куда смотреть, чтобы увидеть качественный контент? На экран, очевидно.
Так, давай сначала вот эту луку, она инкапсулирована. Еще и базарит. О, крафтинг тейбл. Да есть же. Нет места. Отлично. Давай покрафтимся. У меня тут на бутылочка. Бутылочка. И, кстати, можно... А, не, нельзя. Пока я тут не отстрелю, нового не сделаю. У меня-то сейчас уже улучшитель на 5. Так, крафтинг тейбл, да, есть же. Может, портеречку в го после игры? Воу! Ну, а тебе, сука. Окей. Так, все очень плохо. Присел. Isaac can go to hell! We're not going back! Here, here! Ах, сука. Так. Я по кому-то хоть попал? Нет, ни по кому не попал. Отлично, вообще просто. Ай, пожалуйста. Да, fuck off. Просто трындец, они меня, суки, так врасплох захватили. Jesus. What the fuck, people? Покрафтился, мать его. Я такой еще думаю, ой, какой лук интересный. Сейчас покрафчусь. Ага. Минус свибла. Минус все нахер. Блин, они томаты вырастили. Какая кайф. Так, ну теперь-то я покрафчусь. Так, устойчивость, дальномер. Так, скорость натяжения. Скорость натяжения та-та-та. Дальномер автоматически измеряет расстояние до цели. Ну, это прям скорость натяжения точно. Устойчивость. Совет уменьшить раскачку. Что такое скорость натяжения и скорость натяжения тетивы? Вот это, вот это. Надо вот эту штуку. Все. Я опять нищий на детали. Классический нищий на детали Хоббитон. Жизнь, боль. Сменить оружие, кстати. Возьму... Нет, вот сюда я возьму лук. Сюда возьму эту штуку, да. Тут боеприпасы. Что у меня, кстати, тут по боеприпасам? Есть крепеж, скотч. Ну да, два сделаю. Лук самый кайф вообще пока что. Он играется классно. Так, ну даже не знаю, что и сказать. Мы здесь можем сказать, что, ну, как бы да, на самом деле. Можем сказать, что мы все залутали. Тяха его за. Ножнички. Чё, кстати, здесь картина лута? Она статичная? Ну да, наверное, статичная. Подпёртая швабра. С бутылками. То есть это сигналка. Это сигналка.
Здесь еще бутылки. Там, возможно, кто-то, кого они не смогли убить. Let's see what they got in here. Что-то как-то у них тут жухло, не? Странно. А в чем Цимис? Это был альтернативный путь. Вот это да. Вот это да, это был альтернативный путь. Так, мы же здесь не... Мы же через это место не должны проходить, правильно? Да, это просто было место с лутом. Красный ящик. Не хочешь? Красный ящик, не хочешь мне подсобить? Опа. Хотел бы убраться с открытой территории. Это было читаемо. Так, это что такое? Осторожно, мусорные баки не ставить. Так, система каких-то непонятных подъемников. Скользкий пандус. Это что, у нас тоже какой-то... Сторн! Сторн 86, отец уже как 20. Короче... Это что за игра? Симулятор выживания в мытище. Примерно, плюс-минус. Так, значит, нам надо. Ага, нам надо сюда. А как мы это сделаем? Ты просто затянуть можешь? Не можешь, да? Нет, может. То в чем тогда суть? Места на бутылочку. Нет места на бутылочку. А сколько у меня глушитель сейчас? На 5. О, он апгрейдился тот, который... Ретрактивно сделал глушитель, когда у меня был глушитель на 3. Сделал грейд, это что глушитель теперь на 5. У меня глушитель на 5. Окей, хорошо. Слышал тебя, игра. Так, хорошо. Стан у меня на самом деле вообще не работает. Вот просто вот никак. Так. Все тогда, валим отсюда. Мне здесь больше ничего не надо. Хотя... Мне, наверное... Подожди, а вы хотите, чтобы я... Ага, и мне надо это держать сейчас. Ты, наверное, хочешь... Чтобы я... Так, ты теперь эффективнее его используешь, чтобы таблетками же закидывался. Ты закидывался, а не глушитель. Я думал, я теперь круче глушители создаю. Типа, я в этом суть. Так, здесь. Давай вот так вот. Теперь бежим, Маричка. Давай. Окей. Okay. Да, это было pretty smart. Вау. Окей. Ну, ты можешь, пожалуйста, тащить, а не камерой крутить. Потом таблетки заканчиваются, глушитель снова один. Понял.
когда выводится с мочой эффект восхитительный. Окей. Зачем я это открываю? Ну, здесь случай для бэктрека. Будем считать, что это очень важно. Что у нас здесь? Ничего интересного. И хер ли я сюда пришел? Тут мне нравится, вот через эту елку я, видите ли, пройти не могу. There's the hospital. Fuck. Thought I'd be closer. Mm-hmm. Да, так-то. Conference Center. Давайте дневник почитаем. Lake Hill City Hospital. I think this is it. Watch for big red sign. Рисует. Jess is here. This is good. Help protect Dina. Нормально. Он плохо рисует. Что-то предлагает сломать стекло. Сразу прислушиваемся. Я чувствую, что за мной сейчас уже просто приедут. Я бы уже приехал за собой. Ох. Это что за прыгалка? Нет, только не прыганье. Охладите прыганье. Окей, ладно, мы давайте спрыгнем просто сюда на пониже. Ура! Ну. Может быть, не спрыгнем. Хорошо, давай, ты просто переползешь вот так вот. Ага. Теперь ты вот так вот. Ура! Вот это у тебя приземление по звуку. И никого нет. Так, судя по всему, нам сюда, да? Ага, ориентировочно нам сюда. Значит, чекаем противоположное направление. Шоурум. Здесь бестолково все, нихера нет. Окей, да, нам просто туда. Значит, трупы. Ведь так? Наушнички не прибрахлили. Блин, столько всего побросали на самом деле. Мне вот интересно, что вам мешало все эти пеки притараканить? Fucking wolf serves you right. Жестко, жестко, жестко. Подожди, это этот чел встал? Электрики нет, интернета нет. Электричество есть. Автоматизация возможна. Нет места на тряпку. Окей, хорошо.
Ну, вот этот братишка-то, на самом деле, который наш, который марихуану еще растил, он так-то вполне себе, на самом деле, даже и пеку восстановил. Ну, не знаю. Короче. Great. Не могли же все откиснуть, правильно? Так, готовим жопу. Сейчас будет плохо. А почему вы разбежались? Разбежались, это что такое? Подожди, кто такие сталкеры? Я не знаю, кто такие сталкеры, но мне страшно. Это что такое? Почему они типа сзади будут нападать? These fuckers are quiet, хорошо. То есть это они теперь quiet, теперь стелс-миссия на меня. Удобно, кстати. Из-за того, что я на них не напал, они... Так, ты здесь будешь? По сути, видят, да? Может быть, мне не стоит так-то париться относительно тихого их убийства. Кто эти челы? Хорошо, давай, кстати, поменяем даже вот на вот это. Хорошо. Хорошо, не-не-не, они достаточно безобидные на самом деле. Убиваются, они нормально сойдет. Сойдет. Делаем. Тряпочку не лутали. Я полагаю, что их может быть много, да? Так. Грубовическую. Хорошо. Что у нас тут? Ничего. Так. Видеокарту чек не в компах. Думаешь, но майнинг Бетховена, да? Сейчас вот у нас постапок, сейчас Бетховен помайним.
А, кстати... Ну-ка себе! Где? Бутылка? О, там большой. Не кажется ли это большой зомби? What the hell? Чел, на тебя. Быстрее, быстро, где? Ну? Ага, где? Вижу. Точнее, слышу. Где? Иди сюда. Ты же просто вообще умираешь на халяву. Иди сюда. Шел нахер сюда. Давай. Стой там, иди сюда. Правильно, запутал его. Видите? Интеллектуальная доминация. Все, огреб и свалил. О, я тут лутаюсь. О, кстати, вместе. А вместе-то ребята меня примут. На тебе. Так. Вместе-то ребята меня примут. Суки. Вот хитрые какие. Жупила мирового империализма. Понял вас, услышал. Блин, да этот чел, что это? Это просто какая-то картинка этого стоит. Да, это специально так и сделали. Ты, сука, иди сюда. Какие же вы неприятные. Опять с тебя птичку мне сожрал. Факер. Как он меня съел. Ладно, на самом деле очень много на них потратили, надо. Первое. Ой, это я далеко. Первое, самое простое, они достаточно просто летят один в один. Просто уклоняйся от атак. И будь красивым мальчиком. Так. Немножко топографического кризизма копнуло надо вот так. What the hell? Свалил. Нет, вот там. Надо вот этот край проверить. Да, видите, стрелой остался. Это мы все прочекивали. Здесь неинтересно. Здесь я был в самом начале. Это, кстати, что такое? Так. Да, еще как бы хорошо, конечно, бутылкой будем наподдавать. Бутылка есть, надо ее реализовывать. Не одна. Сойдет. Oh!
Ой, это плохо. Это прям вообще встреча. Я вышел 1 в 3, да. А ты знал, что в Айдахо есть город Москов? Нет. Нет, братан, и честно тебе скажу, Куднкер лес. Зачем тебе эта информация? Братузя, это too much information. Так. Сталкеров типа не слышно, да? Прикольно. Слушайте, они не такие простые, как могло показаться. Сначала как-то... Сначала как-то мы их разваливали один в один, а сейчас что-то как-то... Пойди на вижу и файт один в один, как говорится. Откуда? И сваливают. Их много. То есть они, если тебя слышат, вот с этим надо к первому подраться. Вау, еще здесь? Откуда ты-то? В смысле, его там не было? What the hell? What the hell? Окей, нет, ладно. Короче, все херня, Миша, давай по новой. Их придется убивать. Их придется убивать, как бы... в инвизе. Типа ты сам заходишь в стелс, начинаешь играть в стелс. Кстати, есть. О, это, кстати, прям неплохо. Отлично. Сойдет. Мне, в принципе, пофигу, что он тут. Прется мне в руку. Нет, он меня кусил. Перебрется в руку. Доджу. Блин, плохо. Плохо. Прям плохой файт был. Окей, ладно, ничего страшного. Ты прокнул выживач. Додж был прям бомбический, да, я знаю, вообще хороший. Продолжаем. Да, в стелсике. Причем стелс спокойно с этим, с револьвером работает вообще неплохо. Это плохо. Это прям отвратительно. Это прям зря. Ой! Не то. Конечно, надо было. Я очень плохо управляюсь с контроллера. Прям супер дерьмово. Давай, залезай, что с тобой?
Тут сидит наш любимый. Наш хороший. Хороший совсем со всех сторон. Его все. Сука. Саша, просто прекрати, пожалуйста. Давай, 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 давай. Нет, хер попадешь. Борис, хер попадешь просто. Сойдет. Сколько их, правда, непонятно. Так как ты вышел-то здесь? Класс. Слабо спамил. Ях. Если бой складывается не в вашу пользу, иногда лучше отступить. Да ты что? Можешь дальше пройти, интересный сюжет посмотреть. Можешь пройти, пожалуйста, нахер. Нам с тобой, с твоей мамкой будет интересно сегодня кино вечером посмотреть. Сука. Ну? Где стандартный сталкер здесь? Тут пошел. Так. Я знаю, что есть здесь. Ага. Может быть, рейнджовую вот эту? Не, пока револьвер. Можно, пожалуйста, выключить? Вот он на ту же позицию сел. Пойду-ка я. Иди сюда, собака. Я его столько свалила. Просто хоть стой, хоть падай с этими. Как-то сложно. С какого угла на вас? Так, надо, может, подождать, пока он так, типа, спиной стану. Он такой, типа, выбегает на меня, а я его убиваю. Нормально? Блин, они такие прикольные. Это реально хоррор получается в данный момент. Ребят, мы что, играем в хоррор? Это да. И, ребята, охотник становится добычей. На
насколько прикольные по шкале от 1 до 10. Здорово, Саркис. Что, кто прикольный? Ладно, потом займемся лутом. Сначала надо разобрать этих говнарей. Хотя, честно скажу, вот хрен тут разберешься с ними. Сначала локу зачищу, потом... Прям трындец. Я же вижу тебя, сукин ты пес. Просто вижу. Только как я это в это попаду, я не знаю. Тут хохолок, можно ли попасть? Угу. Здесь у меня была бутылка еще одна. Сука, сталкеры. Прошлого юнита сталкером не назовут на самом деле. Так, убили двоих. Иди сюда. Хорошо. Хочу свалить. Должна быть еще бутылка где-нибудь. Будет где-нибудь бутылка? Ну, в чем кинуть мне? Эти неприятные. Саша, ты хотел полутаться потом, а сейчас ты лутаешься сейчас. Поясни, пожалуйста, за логику. Убил пока только троих. Сейчас промахнешься по этому и поминай, как звали. Блин, сталкеры классные, реально. Концепт прям бомба. Вообще прям, о, отлично. Здорово. Подползает все ближе и ближе. Вот сука. Какие же они орны. Иди сюда. Сваливает. Кайф какой. Он напуливает меня на того, что справа. Я чувствую, что справа есть. Давайте сюда немножко глубже зайдем. Главное среагировать, когда этот сталкер будет меня убивать. Ага. Место на изоленту. Как мне быть? Сейчас, подождите, пожалуйста. Отлично сойдет. Так. У сталкера реально очень хорошо контрятся вот этим говном. Одна бутылка, и он... Сюда, сука.
Я догоню. Нет пока бутылки. Все? Good. Пять? Их пять всего. Фух, слава богу. How do I get out of here? Так, вот. Так, кайфуха. Так. Если что, бутылку не обязательно кидать, ей можно просто втащить. Так она же разобьется об него, и толку никакого не будет. Так, лутаемся. У нас тут много чего. Так. Я по итогу, кстати, пока тут бегал, все равно все протыкал. Вот это да. Ну да, бутылка сила. Да, эффект тот же, но промахнуться нельзя. Ну ладно, промахнуться нельзя, тут не может такое. Подожди, а если я кидаю на R2, на какую кнопку мне ее просто? Просто ей ударить. Интересно, кстати, а они делают Last of Us 3? Что-то как бы эту всю... Да, классная штука. Вот этот вот, этот грибы на стене в форме челика, это у Фахата был. А это та же самая комната, лол. Ну ладно, валим отсюда. Здесь можно похилиться? Опа. Можно. Делают. Молодцы. Вот, какую-нибудь завершающую. Концепцию делают. Концепция готова. Я правильно понимаю происходящее. Чё, прыжок веры? В нашем случае это кружок Хайпитона на 6К. Так, бутылочка, хорош. Аккуратно, воу, это паунс. Только прислушаемся. Нет места на бутылку. Очень плохо. У меня все сделано так-то. Прости, но на бутылку реально нет места. ГГ. Ох, и встрян уже я. Здесь чел откисал. Здесь обычнич. Хорошо. Бутылочку. В руку всегда берем бутылку. Слушай, то есть. Это кто, раннеры? Это сталкеры. Хорошо. Так, хорошо. Не понял сейчас. Из-за того, что меня заметил сталкер.
того, что меня увидел сталкер, меня увидел щелкун. Какая восхитительная история. Какая восхитительная история, какая простая игра. Как все замечательно вообще получается и выходит. Какого хера вот это вообще просто? Кто это придумал? На самом деле, справедливости ради. Точно не шумно было. Это сталкач, да? Да, это сталкач. Какая прелесть. Сначала пробьем локу, потом полутаем. Хорош! Вот это додж. Ладно, это было неплохо. Бутылочку бы найти. Где-нибудь. Нет бутылочки. Блин, лук, конечно, подготавливается. Просто обосраться долго. Ага. Бутылочка. У нас лопача пойдет. Ты, брат, прям близко, я чувствую. Сойдет. Остался последний щелкун. Хотя знаешь, что мы сделаем? Снять глушитель, поставить глушитель, скрафтить. Да, подожди, стой, это же не тот. Мне надо им. А как мне добить глушитель, чтобы скрафтить следующий? Я просто не могу этого сделать. Да? Окей. Ну, придется. Так. Какой кайф. Какая хорошая система. Какая хорошая система. Подумали о людях. Хочу глушитель на револьвер, ребят. Должен выглядеть как 5-литруха пива. Знаете, вот этой бочки такие. В магазинах продают с краником. Который надо еще. Блин, вообще сталкачи на самом деле реально неприятные. У сталкачей есть отвратительная особенность. Они спуливаются на тебя тогда, когда ты не понимаешь, что на тебя спулились. Ну, в итоге, как бы, у тебя уже, ты думаешь, ты играешь одним образом, а играешь ты на самом деле уже против ватаги гопников. Нет места на аптеку. Это в смысле... А, нет места на обычный хил, а не на аптеку. Я фул, потому что это хорошо.
Так, хорошо, здесь вроде все слутали. Погнали далее. Все, да, здесь все. Let's fucking go. Фух, взяли. Here we go. What? Куки! Он еще оказался жив, сука. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ребята, ребятуси. Fuck Seattle. Сраный Сиэтл. Понимаю, мать, понимаю, понимаю. Да, иногда не гостеприимно получается.